Я в местном зоомагазине. В зоомагазине здесь вот так. И причем стоят животные очень дорого. Прям вот дорого. Вот кролик, например, стоит 35 тысяч. А, это не кролик, извините, чиншилла. 35 тысяч йен, но это дорого все равно. У нас гораздо дешевле можно купить. Я видела чиншилла за 6 тысяч. Смотрите, какие птички продаются. Ротинги. Ротинги 75 тысяч йен. Да, содержание, конечно, стало завышено, но у них, по крайней мере, деревянные жердочки-то уже неплохо, потому что в России пластиковые любят использовать.